Всем привет! Вы на канале машинного вязания Ольги Нифонтовой. Мы сейчас выполняем вторую часть брюк. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как сделать пояс для брюк под резинку широкую, вот такой, на одной фантуре. Сделать это можно. То есть резинка будет, ну, примерно 4 сантиметра в моем случае для брюк. Для этого мы делаем разбор после кулерной глади 2 через 1. То есть мы берем каждую третью петлю и перебрасываем ее на соседнюю. Раз, два, третью берем и перебрасываем ее на соседнюю. Иголочку убираем в заднее нерабочее положение, чтобы они нам не мешали и не зацепились ни в коем случае. Так мы проделаем до конца ряда. Счетчик обнуляем. И под резинку 4 сантиметра на плотности 3 на одной фантуре провяжем 50 рядов. Пряжу я использовала плотностью 500 метров на 100 грамм. Кулирную гладь вязали на плотности 5. Поезд перехожу на плотность 3. Разбор сделали до конца ряда. 2 через 1. Сейчас будем провязывать 50 рядов нашего пояса. Для оформления подгиба мы все сдвинутые иглы поднимаем в рабочее положение. Выравниваем все. И будем петли первого ряда подцеплять на все иглы. Можно это делать сразу двухушковым докером, можно одним, у кого нету иголочкой, ну, кому как удобнее. Мы подцепляем, ищем первый ряд. Вот он наш первый ряд. Будем подцеплять по 2 петельки и цеплять наверх. Подцепили 2 петельки ряда и поднимаем их до на 2 петельки вверх. Ну и так далее. Все, соединительный ряд мы будем делать на максимальной плотности, на десяточке. Ну а далее уже будем закрывать петли. Ну вот, мы навесили все петли первого ряда. Если там вы ошибетесь, ну, на петельку в бок куда-то, ну ничего страшного, это будет не сильно заметно. Вот у меня цвет такой, мне сложно было попасть в все петельки. Кто-то делает при навешивании, пропускает каждую третью иглу. То есть на пустую накидывает. Я надеваю петли на каждую петлю, на каждую иголочку. Мне так удобней. Ну, теперь на максимальной плотности провязываем соединительный ряд на десяточке. Получился с довольно свободными петельками. И сейчас мы будем петельки закрывать петля в петлю косичкой. И получится довольно ровно. Сейчас покажу как. И вот так получится у нас. Петля в петлю. Вот с лицевой стороны. Вот с изнаночной.
вовнутрь я планирую ставить широкую резинку 4 сантиметра для удобства. Такой пояс вы можете делать для брюк, для юбок, ширину делать на свое усмотрение. Но для юбки я планирую делать 6 сантиметров, то есть для этого не 50 рядов, а больше, там, рядов 60, будет 70. Так, накрытие петля в петлю. На машине мы берем вот такое вот приспособление. Такер. Делать это будем... Нить у нас закончилась с левой стороны, значит, начинать закрывать мы будем с правой стороны. Снимаем петельку. Переводим ее на декер. Снимаем и заводим за усик, вот здесь вот за усик, я ее придерживаю. Снимаем вторую петельку, сейчас аккуратно снимаем, цепляем, снимаем и провязываем через петлю, которую мы закинули. Так, петелька в петельку и также за усик ее здесь придерживаем и далее по этому же принципу получится красивый ряд косичкой.